September. I ain't thinking back tomorrow. So many lights, we can't see the stars. Just wanna write. Bet. Made for live betting. Make My Beach Cup начинает новый игровой день, друзья, со студией UCC и Толом и Зайцем у микрофонов. Матч Aristocracy против Unique стартует вот-вот. Да, и, собственно, Aristocracy уже вчера нас порадовали своей игрой, порадовали, скажем так, матчами, которыми точно нельзя было остаться равнодушными. Да, очень эмоционально вышли игры против коллектива Vegas Squadron. Две карты были крайне напряженными, очень плотное противостояние, там 16-1, 16-12. И да, казалось бы, счета, ну, не самые прям уж такие вот разгромные, ну, то есть был запас пару раундов, но игра была равна. Это действительно можно сказать. И против Unique Aristocracy в таком положении будет очень непросто. Просто вчера они могли проиграть, по сути, даже всю свою встречу там, со счетом 2-0, да, действительно. Ну и сейчас у нас начинается первая пистолетка. Unique будут играть в атаке. Есть у них уже один гренадер, и, как я понимаю, по 250-й там кому-то уже прилетел. Ну, фанатрока так и останется этим по 250 играть. Закупил он себе его. Ну, вместо еще одной флешки или, например, осколочной гранаты, раунд на точку А пока вырисовывается, судя по положению игроков, Unique. И вот тут интересно, какой контакт будет на миде, а вот такой жесткий, значит, Минайса. А вот не смог ответить Ралан, но Тасс успевает забрать одного, второго забирает Дыха. И остаются уже в меньшинстве эти Unique. Ну и пытаются они хоть как-то выйти, получается, Дыху забрать. По итогу Роман в упоре расстреливает. Унда открывается с ковров, его должны, естественно, закрывать. Но здесь уже слишком Роман далеко пошел. Да, и остаются вдвоем Унда и фанат Рока. Бомба ставится, это план минимум на данный раунд. Далее в 2 в 3 при установленной бомбе потащить вполне можно. Есть открытие от фаната Рока, попадают по нему серии патронов раунд. У того остается 61 хп, он 1 в 3. Имеется информация по игрокам защиты, но раскрутиться на все точки, где находились Aristocracy, было просто нереально. Это 1-0 в пользу польской команды на пике Team Unique. Ну и будем откровенны, для Aristocracy этот раунд не был особо сложным. То есть, да, они позволили поставить бомбу, дали дополнительную экономику для соперника, но ретейк провели без каких-либо проблем. Говоря о дополнительной экономике, друзья, не забывайте, что на сайте Lootbet, помимо основных ставок, вы получаете дополнительные еще и крутые скины. Если, соответственно, в ММР поднимаетесь, ММР у вас складывается из ваших победных ставок. Так что заходите именно туда. Действительно, все очень просто, и вы получаете приятные бонусы. Пока же открытие на центр. Со старта уже Unique с своими недефолтами пытаются выйти, но может попробовать пойти чуть ли не в аркаду на поздних таймингах, но уже под флешку хаешками добирают всех. Как же там складываются Unique? Просто без шансов. Мясорубка какая-то. Просто резня, бойня в миде. Но и остается только фанат Рока, ждет, когда к нему кто-то заглянет на огонек. Ну, хочу отметить, с положительной точки зрения, Aristocracy не идут, не желают они ничего потерять. Там фанат Рока может сидеть с каким-нибудь диглом. И потерять сейчас хотя бы один ган было бы не очень приятно для Aristocracy. Посмотри, там, конечно, Минайс играет с USP, он мог бы подобрать что-то, но это очень крутой бай был от поляков. То есть это было три первостепенных автоматических винтовки и ФАМАС. Я вообще очень надеюсь, что Aristocracy сделали какие-то выводы из вчерашнего игрового дня, но потому что мы ожидали более уверенной победы, наверное, изначально от них. Да, суть в том, что если... Ну, то есть, понятное дело, что они здесь явный фаворит, но Team Unique вчерашних Aristocracy должны обыграть. Да, сейчас начало, возможно, не самое лучшее. Раун уже дал даблкил на первом же девайсном раунде, но все впереди. Друзья, ни в коем случае Team Unique не списывайте со счетов. Безусловно, пока они попытаются найти хотя бы, ну, стартовые минусы, им нужно. Они очень сильно. Aristocracy выходит сами на центр, пытаются давить старт. Их уже там ждет, по идее, Робан. Ну и потихонечку начинает двигаться Унда в сторону точки А. Как же жестко в миде сейчас поляки играют. Просто, ну, никак не пройти на центр карты. Это ключевая позиция, на секундочку. Наверное, самая важная на карте. Да не наверное, 100% самая важная позиция в атаке на карте. И Aristocracy всех шансов лишают Team Unique на данной точке. Вот сейчас пытается
Финвишес под точкой Б. Как-то открыться, найти здесь одного из опорников. Но если вдруг Тасс ошибется, то это должен быть фраг для Афени. Там просто на первой минуте действительно контроль карты у Аристокраси был чуть ли не 80%. Они оставили там только респаун и выход через дом под Б. Где, собственно, сейчас и пытается Финвишес задвигаться. Феня дает первые минусы. У нас разменный чат просто жесткий. Фени забирают. Да, но тем не менее остался только один Робин против трех игроков защиты. Бомбу подобрал, 45 хп, 1 в 3. Пошел в сторону телевизора. Ну, скорее всего, будет смещаться под Б. Да, нет, здесь уже никуда не сместится. АВП. АВП второе подбирать не стал Ралан. А, нет, не стал. Хотя, на самом деле, Аристокраси из тех команд, которые в 2 АВП играют нередко. Ну, возможно, сейчас просто немножко другой стиль они будут нам показывать. Да, возможно, против пистолетов просто не стали его брать, но, с другой стороны, лучше халявный 4750 взять, чем не взять. Но, понятное дело, что им лучше знать, как в данный момент распорядиться своим баем. Ну и команда Юник закупает себе диглы, арморы, ну и полное отсутствие гранат, повидим. Да и пока пытаются выйти через яму и также ковры, здесь же пока только у нас дыха очень жестко настреливает, поэтому мы уже убеждались неоднократно, правда сейчас Ундо вскрывает его черепную коробку. Начервил заяц. Чуть-чуть помогаю Юник, чтобы ребята вернулись в эту игру. Поджали уже, кстати, еще и Андер, и ты посмотри, что делает Фанатрок, какие жесткие тапы. Да, и остаются уже втроем Аристокраси. А на точке А никого, там Максимум Минайс играет в люльки. И вот найдет он хотя бы одного, а вот дальше что делать? Потому что на него будут открываться в дальнейшем игроки Юник. Но он дает два шота, а дальше будет непросто. Он потерял еще и Ралана, там Фанат Рока разгулялся в миде. Он еще и подобрал М4А4. И теперь с коннектора может жестко открыться по своему визави, снайперу команды защиты. Идет пушить Фанат Рока, открывается, промах от Минайса. Есть поддержка от тиммейта с КТ, но тот играет осторожно. Маус постепенно пробирается все ближе к позиции установки бомбы, но пока никого не начекал. И по итогу-то Юник бомбу до сих пор не поставили. Они разворачиваются и уходят через яму вдвоем, оставляя играть, по сути, Фаната Рока нам контроль каких-то перетяжек по точку Б, потому что они неизбежно пойдут от Аристокраси. Минайс со снайперской винтовкой заходит, но его здесь ждут, естественно, заранее, и Минайс отдает свою позицию. И, по сути, Тим Юник сейчас взяли раунд, потому что, ну, никак, Маус не может воспрепятствовать установке бомбы, а на ретейк тоже не пойти. Там Фаната Рока, может быть, он и заберет, потому что Фанат Рока тут просто чекал, где же все-таки находится соперник. Вот сейчас его тиммейты все прекрасно знают, и да, у них только два дигла. Но одному в два против таких, особенно жестких стрелков, как сейчас остались у Тим Юник в составе живыми, ну, сложно будет ему реально выйти. Но при этом у него есть киты, поэтому можно попробовать. Конечно. Элементарно. Хорошая экономика точно так же у защиты. Может, не лучшая, но, по крайней мере, риск сейчас оправдан. Маус идет прочекать Форест. Форест не чекнул до конца, и первый же выстрел в голову. Да, там даже не пригодился Робин на Форесте, потому что он открылся с ковров очень жестко. И, в общем-то, вот таким вот образом Team Unic берут экономический раунд. Напоминаю, начинали они 5 в 3, потому что два блестящих энтрифрага обеспечили, а дальше уже все было вопросом времени. И вот Дыха сейчас играет на дигле, Тасс, UMP, ну, благо для Аристокраси есть АВП для Минайса. Минайс не смог пропрыгнуть на зиг, будет играть с коннектора тоже никого не найдет в ближайшее время. Строго под флешки, понятное дело, здесь будут открываться Team Unic. Ну и Ник пока не торопится, собирает какую-то информацию, пытается дождаться возможных агрессий от Аристокраси, выходит на центр, прокидывается смоук на окном, ну и Ралин здесь уже не сможет контролировать выход через Андер. Так, очень опасно открывается Минайс, потому что Фанат Рока мог бы контролировать это направление, но Фанат Рока закрывается четко прикрытием тиммейтов, не стал открываться без вот этой вот моменталки на коннектор. Там сейчас в яме-то будет контакт, по всей видимости, Тасс, Юмпо может встретиться с Унда. И кто окажется точнее? Тасс вроде бы и затопил-то раньше, но калаш. Да, тут с UMP непросто было, но находился Тасс в очень нестандартной позиции, поэтому Унда даже не сразу отреагировал. Тем не менее, блестящая реакция чуть позже. Его не подвела. Дыха с дигла казнит Пашу ножа. Это очень позитивная новость для команды Аристокраси. При этом брак сделан в коннекторе. Не позволит занять важную позицию. Разворачивается опять же Юник. Не торопится они играть на каких-то ранних таймингах. Вот сейчас бомбу будут выносить по всей видимости в сторону точки Б. Есть от финиша под Джим. Ралин. Контроль уже через Андр.
Ну и здесь можно будет коннектор закрывать. Фени будет непросто. Хотя вот забрал дыха. Раул не стал никак отвечать. Ждет, когда Фени сам откроется. Промах отминается. Ох уж, часто же он промахивается. Кстати, Раула Фени забрал. И остается вдвоем. Аристокраси, поняв, где находится снайпер, тут же перетягивается Team Unique на точку А. Ну и снайпер следует в этом направлении постепенно вместе с Маузом. И, в общем-то, можно не дать поставить бомбу. Маузу достаточно ворваться и прервать установку плента. Это все, что нужно сделать сейчас. Это единственная задача. Но он играет очень осторожно. Бомба стоит. 2 в 4. Ретейк невозможен. Ну, в том-то и дело, что теперь приходится сугубо сейвить отстрел каких-то голов уже на более поздних таймингах. И будут ребята разворачиваться под точку Б уходить. Тут еще и не убивает Минайз. Но что-то Аристократы действительно поплыли после появления девайсов у Юник. Даже раньше. Даже раньше, да. Да, после появления диглов у Team Unique. Ну и вот Маус... Кстати говоря, они стали его зажимать в спину, не поняли, что он сейчас находится на КТ-респе со стороны кассы. И вот Фенни ждет. Фенни нашел для себя смерть, но в любом случае тиммейты получили информацию. И выезжает уже, например, Робин на поиск оппонента. Ну тут еще и нельзя позволить забрать снайперскую винтовку в защите. Робин не, как раз таки не пропустит к ней соперника. Но Маус не пошел, понимая, что его должны контролировать, и на последних секундах его еще и добирают. Да, и это, по сути, сейчас будет равный счет на карте Демираж, потому что денег нет у Аристократы, появляется по 250 для Мауза. Ну и такой же пистолет еще для пары его тиммейтов. Флешка у Рауна, возможен выпад в мидл. Ну, пока, собственно, двигаются они все очень нагло в сторону коннектора. Ну, а Юник выходит все вместе через яму, через ковры. Впятером вообще всю карту отпустили, поэтому это будет какая-то лобовая атака под раскид. Вполне возможно, хотя мы уже много раз говорили, вот эти смоки были бы недефолтные пистолеты в большем количестве, более опасные ЦЗшки, диглы сыграли бы в плюс для Аристократы. Да, но они совершили такой, в данный момент уже, наверное, немного дефолтный мув, вот выпад под флешку в мидл. Но все-таки очень многообещающий, если соперник вдруг решит сыграть через центр карты, им будет там очень несладко. Кстати, фаната Рока можно забрать, он забирает одного игрока, но второго наверху не ждет. Но оу, какой флик! И либо фаст-зум, либо вообще ноу-зум. И, в общем-то, погибают все Аристократы, не дав ни единого фрага. Да, красными остаются фанат Рока и Финвишес, но в следующем раунде это не будет иметь вообще какого-либо значения. Пока все смотрится действительно для Юник очень-очень круто, потому что именно на девайсных раундах они стали раскрываться, ну, прям вот полноценно. И, кстати, вот на первом девайсном сыграли Аристократы крайне агрессивно, закинули там смок Астралис, очень жестко зомировали выход на мидл, но больше никакой вот жесткой агрессии мы от них не видели. И Минайз и сегодня, и во вчерашнем игровом дне частенько промахивает со снайперской винтовки, что... Ну, во-первых, для него не очень свойственно, а во-вторых, сильно подводит коллектив Аристократы. Ну, безусловно, вы лишаетесь огромного количества каких-то энтри-фрагов по ходу раундов. Это мешает вам брать какую-то инициативу в свои руки. Мак 10 есть сейчас у Паши Ножа, при этом нет 4 касок у команды Аристократы. Мы уже видели вчера, чем это заканчивается. Интересно, с Молотовым. Паша Нож со своим излюбленным... фармганом, то есть постоянно видим от него МП-9, дробовики, МАК-10 и прочее. Даже когда есть возможность закупить что-то более дорогое, он любит играть в мобильный КС. И за ним всегда приятно наблюдать в этом плане. Возможно, не всегда все получается хорошо, но зато выглядит все очень занимательно. Есть пока серия разменов под точкой Б. Ралан уничтожает еще и Финвишеса. Остается втроем Юник, но и втроем остаются Аристократы. Потому что есть минус от фаната Рока. Его обошли в спину. Минайз, есть фраг по снайперу коллектива Юник, но тут же падает он от Робина и остаются 2 в 2. Юник практически просто не позволяют Аристократы держаться в большинстве. Постоянные размены, постоянное прикрытие друг друга идет. И время-то тикает для Аристократы. А есть ли там киты у кого-то? На точке, на самой. Ну вот посмотрим. Дойдут когда до нее. Если дойдут до нее Аристократы, ТАС есть размен, ТАС 2 фрага, и уже не важно, есть киты или нет. Бомбу. Великий человек, самое время спамить, по-моему, в чате, ну, я да, думаю. Да, да. Ну, на самом деле, это ТАС, по нему была инфа, и он вот так вот потащил 2 перестрелки. Очень круто, но Аристократы сейчас выживает в количестве одного игрока, и он не дотягивается до АВП буквально типа полсекунды не хватило, да, но... Знаешь, лучше синиться в руках. Тут... Задефюзил бомбой на том спасибо, да, безусловно. Да, да. Дыха играет нас на МП-9, точно то же самое делает нас Маус, но у троих есть хоть какие-то девайсы серьезные. Фанат Рока не замечает пробегающего соперника, ну, либо замечает, но слишком поздно. В огне в любом случае разглядеть что-то слишком проблематично. Маус в упоре. Андера сам поджимать, естественно, не пойдет. А вот Финвишес под такую бесхитростную флешку заглянул. Тут, конечно,
Маус абсолютно не был в бланде, пожадничал, подобрал девайс, а ведь мог погибнуть. Но в этот момент соперник прокидывал именно молик, никак не выцеливая подобный выпад. Дыха отваливается у нас в попытке прожать ковры. Он дал разменный фраг, и 4 в 4 остались коллективы. Это всегда на руку атаки. Ну, безусловно, с другой стороны, аристократы хоть как-то поднялись по тем же самым девайсам, которые у них есть. Да. Это калаш, который теперь уже в руках у Мауса. И все сводится к позициям, которые они займут. Позиции будут довольно опасные. При этом Юник уходит под апарты точки Б. Там можно будет через андер выйти. И ну, все это дело раллином будет контролиться. Будут выходить-то они все-таки на саму точку Б, а там Маус один. Поддержка будет от Рауна, но она, возможно, будет немного запоздала. У Рауна только одна скучная граната, он в бланде перманентно находится. Маус. Маузиньо сносит первого игрока, второго уже не смог. И в итоге в плюс разменялись Team Unique. Бомбу можно ставить, Фанатрока просто сносит Таза. И Минайс 1 в 3. Тут в очередной раз будут проблемы, причем титанические у Аристократи. Экономические, потому что они один раунд взяли, потом проиграли следующий. Соответственно, бонус им порежется, а засейвить удается только одну лишь эмку. Юник действительно очень жестко сбивает вот этот ритм Аристократи. Только они, казалось бы, добирают себе, ну, хоть какие-то сетапы. После этого все, опять же, валится из рук. Не хватает какой-то сыгранности, что ли? Вот опять все действия Аристократи идут от соло-исполнения в тех или иных позициях. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Фанат Рока просто на ходу вылетает с пистолетом и сносит Минайса в такой позиции, в которой его, казалось бы, можно было и не ждать. Да уж, но Юник просто на какой-то дикой уверенности сейчас исполняет, если честно. Молодцы, молодцы, свой пик так и нужно отыгрывать, тем более, что эта карта Мираж крайне свойственная многим СНГ-командам. Мне кажется, это первое, что начинает вот какой-то новособранный коллектив тренировать. И вот дядя Леша Дек говорил, что у Team Unique один из лучших Миражей в данный момент на СНГ-просторах. Возможно, он и прав, потому что пока Аристократи реально смотрятся в роли догоняющих. А был один девайсный раунд от них, который смотрелся просто шикарно, а все остальные раунды от Team Unique смотрелись более достойно, чем от соперника, несмотря на то, что счет там более-менее равный. Да, безусловно, они каждый раз вот этот орешек защиты смогли расколоть. И опять 4500, 5250 там есть. Можно купить и снайперскую винтовку, но играть придется без армора. И ставка сугубо на автоматические девайсы сейчас. Таз, должен армор себе добирать. Гранат, опять же, мало. Да, есть и дефолтные смоки, но маловато флешек молотовых. Да, интересно, что Минайс играет с ХАЕ. Понятное дело, что он, ну, роль у него особая. Ну, вот... Сейчас он в окне, то есть обычно мы видим такие гранаты у, например, опорника Б. Ну, посмотрим. Тут вместе с Рауном за центром. Поборолся, чекнул, что никого нет, этого и достаточно. Но Team Unique заглянут туда чуть позднее. При этом сейчас начинаются уже и ямы с коврами там давиться. Виничес проходит через подвал, и Аристократи начинают немного нервничать, по всей видимости. Контакта до сих пор нет. Виничес смог на хороших таймингах поймать Минайза, но тот упрыгнул. Да, но неплохая попытка. Тут у Минайса задача была такой, именно в прыжках чекать, чтобы его голову не снесли. Максимум там как-то по здоровью просесть. Таз тем временем Мунда забрал. Мунда играет в коврах перманентно, но тут еще и Дыха разобрался с фанатом Рока. Я думаю, от Дыха сегодня увидим вновь не один хайлайт. Рауна прогоняют с окна, зная, что тут упрыгнул. Потому что других вариантов действий у него просто не было. И Раун начинает играть уже из апдауна. А тут открытие от Дыха. Да, Дыха забирает первого. При этом сейчас еще и Робана можно будет также пристрелить. Но Робан, открытие на Ралина, и никакого размена нет. Раун там просто услышал гранаты, летящие под точку Б. Отвлекся на долю секунды. Именно в этот момент Робан и ударил. Даблкил от него. Минайс ждет врыва на Б. И тут Финвишес, ну, выходит прямо к нему на прицел. Хотя это направление и чекал. Но слишком сложно было в таком углу соперника перестрелять. И Робан остался 1 в 3. Ну что, берем и даем эйс. Ну, действительно, здесь слишком мало шансов для данного игрока. Если бомбу поставить, это уже будет приятным подарком для команды атаки. Да, у Дыха только 20 хп. Если Робин сможет его закрыть, это будет уже неплохо, но он пытается засейвить авик. Али, оп. Ну, все, уже теперь точно он не будет никуда выходить. Просто откупился. Ну, Аристократи 5-5. Насколько же близкий счет у нас идет по этому Миражу? Да. При этом мы помним, какие были коэффициенты на лутбете изначально. Там 4-6 на команду Юник, между прочим. Да, и мы с тобой еще до матча здесь, до эфира сидели, рассуждали, что насколько оправдан этот коэффициент. Team Unique не так давно переехали просто Sharks.
Ну, пускай и в бою, но все-таки Sharks в том матче тоже были явным фаворитом. И здесь, ой-ой-ой, какой врыв в мидл. Паша Нож не догадывается о том, что его просто пропушили. Маус и Дыха дают по минусу. И теперь уже в большинстве сами Аристократы, несмотря на то, что первого игрока потеряли именно они. Ну и, в принципе, могут спокойно додавить, потому что силы у них сейчас разрознены. Но Унда убивает Дыха. По итогу остаются уже 3 в 3. ТАСС. Гадается ли, что Финвишус в упоре, по всей видимости, нет. Он сейчас может поймать в голову Финвишус, да, отрывается на него. Отличный минус. Тем временем Унда справляется реально. Мы в живых, только Маус. Да, даже если Маус тут Унда заберет, в любом случае ситуация будет непростая. Он не знает, где соперник с бомбой. И фанат Рока здесь постарается, возможно, поймать. Фанат Рока пробегает. Маус догадывается о происходящем и через зигзаг пойдет играть на точке Б. Но не стоит забывать, что у фаната Рока АВП его профильный девайс, и Мауза он может забрать. Посмотрим, будет ли он ожидать открытия соперника с зигзага. Потому что Кичин так отролится, и, в принципе, в другом направлении любом просто Маузу не пройти. Оп, пропрыгивает фанат Рока. Маус знает, где находится соперник. Зажигательно полетело на окошко. Идет пушить он соперника. Но тут два оппонента. Он знает о местонахождении обоих. И Финвишеса забрать смог. А дальше фанат Рока отвечает моментально. Фанат Рок, конечно, нереально жесткие какие-то вещи ставит в рамках этого миража. В рамках этого турнира, я бы сказал, в первую очередь. И сейчас патовая ситуация для Аристократии, опять же, в том, что у них вновь плохая экономика. И раундов-то уже первой половины остается довольно мало. Ставится пауза, нужно что-то обсудить, но не слишком ли поздно? Да, это мираж балансный, где вы можете и за атаку, и за защиту много набирать, но пока у Аристократии не идут даже сами перестрелки. Ты смотришь на них и видишь неуверенную стрельбу, какие-то неуверенные открытия. Да, и вот время от времени... То есть это было еще и во вчерашнем игровом дне. Можно было неоднократно подметить, что что-то по стрельбе не шло. Например, они атакуя регулярно начинали вчетвером, втроем, и все шло наперекосяк. То есть и из-за этого в том числе я и удивился коэффициентом 4.6 на Team Unique. Серьезно, Аристократы вчера против Вега смотрелись не лучшим образом. Пусть они и выиграли, но там была серия раундов, где обстоятельства сложились так. Тут просто ситуация в том, что если бы эти коэффициенты расставлялись, допустим, заранее и были статично, вот перед началом турнира, ты знаешь, кто с кем когда будет играть, и расставляешь. Это было бы логично. Но после того, что мы увидели вчера, это вообще очень-очень странно. Там чуть ли не, ну, там хотя бы двоечка, ну, троечка максимум на Юник должна быть. Поэтому я и написал у себя в группе ВК, что тут, конечно, на лоу-кэф в теории можно и залить, потому что Team Unique смотрится бодро, Аристократы смотрятся вяло. И вот этим могут воспользоваться СНГ-коллектив. Паша Нож вновь внедряется в ряды соперника и сейчас может точку Б просто вскрыть, как консервный нож банку. Ну, там нужно понимать, что вскрывать-то нужно всего-навсего эти недефолтные диглы. Один по 250 у таза. Первая голова полетела с плеч. Форест чекнет, он чекнет Форест. Он не чекнул Форест. Он так смотрел туда, он дважды поворачивался. Но, кстати говоря, за эту карту уже два игрока данную позицию не прочекали. Ролан зажал. Так, а это 2 в 2, при том, что Унда только 7 хп. А фанат Рока обходит Дыха. И Дыха сейчас может ударить сзади. Фанат Рока пропустил оппонента себе в тыл. И Дыха затопил. Сдигла уничтожил. Фанат Рока один. Лишь Унда 7 хп против двух соперников, у которых нет арморов. Поэтому забрать их в теории он может быстро. Главное начать стрелять первым, как Хан Соло. Полетела флешка, под которой будет открываться. Попытка прострелить очень близко была. Прям перед носом пролетела пуля, но Унда жив-здоров и продолжает бороться. Ай-яй-яй-яй-яй, Дыха, трипл килл. Удивительный раунд. Аристократы в очередной раз берут в рамках этого турнира и просто вытаскивают из последних сил своими недефолтными пистолетами. Наверное, позиция Антарока сейчас была ключевой. Если бы он смог там как-то продержаться или хотя бы надамажить соперника, все было бы в плюс. Если бы была какая-то нарезка с этого турнира с хайлайтами коллектива Аристократии, она бы называлась «Как?». Да. Как они берут эти раунды, непонятно. Но тут, конечно, Дыха, его трипл килл, это все. То есть он вышел в спину. И кто там под точкой Б воевал у Аристократии, тоже важный фраг дали по Паше Ножу. Мы ждали подключения этого игрока, который вчера нас радовал. Пока же фанат Рока пытается смотреть коннектор. Полетел смог на окно. И вот опять же, ну, история о том, что, возможно, это ранний матч просто для Аристократии. Они еще не успели как-то проснуться. А Team Unique, что у нас живут на другом конце планеты, у них на один час позже, по идее, чем у поляков. Опа, контакт. Ну-ка, Дыха пытается работать с коннектором, уходит за фанеру по итогу под голову. И не получилось его перехватить без позиции. Теперь уже есть прикрытие от тиммейтов.
Ну и отступает он, а вот все-таки не отступил достаточно далеко. Унда в очередной раз Ковров работает на ура. Пускай и не каждый раунд, но он постоянно находит фраги с данной точки. Правда, тут же погибает и он, и Паша Нож. Втроем остаются Team Unique. По итогу Таза все-таки забирает там Робана. Остается 3 в 3. Хорошая работа в упоре от Минайза. Минайз может чуть ли там не спину поджать, но вряд ли он будет так рисковать со снайперской винтовкой. Дождется лучше тиммейтов. Мог прокидывается. Флешка. Ну, а тут уже Ралин заходит со стороны КТ. Бомба ставится. Хорошо, деньги у них заработали как минимум. Но остается только один Робан. Очень хитро сыграл Маузинью. Тем самым дал минус, но вот, правда, погиб от Робина. Но и Минайз готов не давать тому выйти за бомбы. Правда, сложно будет соперника забрать, но все-таки успевает перевести прицел. Это 7-6. Тенденция равного счета продолжается, поэтому Team Unique сейчас, даже если учитывать, что денег мало, вполне вероятно, могут либо выйти на равный счет в данном раунде, либо на близкий счет по окончанию первой половины. Ну да, то есть счет там 8-7, даже в пользу соперника ничего вообще не гарантирует онному. Поэтому Unique абсолютно должны быть в позитивном настрое и на своей волне. Они играют, опять же, с диглами. Если Аристократы смогли, почему вы не можете? Да, вполне есть шансы. Тем более вы это уже делали в рамках этого миража. С этого все и началось. Ну и сейчас пытается Финишес выйти через Андер. Молотов разгорается, пока не контролит этот подвал со стороны защиты. И гранат абсолютно никаких нету, и у них вот в чем большая проблема. Там уже открытие от Ралина идет, с Аугом есть понимание, где находится соперник у игроков атаки. Возможно, как-то попробуют они под кроссфайром. Там открытие, отдыха, да, забирает Пашу Ножа. Остается Финишес, хороший тап. А там два красных. Раун и Минайз на одну пулю. Неважно, куда ты им попадешь. Поэтому неплохие возможности есть. Вот так вот Таза забрали. А там один фуловый маус с Авиком. Но Минайз успевает забрать Финвишеса. И вдвоем остается Team Unique. Притом бомба лежит по-прежнему. Да, вот за бомбой как раз таки придется идти. Унда начекал соперника. По итогу отходит Робан. Робан пытается как-то на кроссфайр взять. Какая же диспозиция? По итогу он увидел там ногу и подставляется сам в этом окне. Он просто в капкан запрыгнул. Какие же просто мансы тут происходят. Унда спускается под навес и все-таки пытается сработать против джангла. Но подставляется под Минайза. Минайз не промахивается. Неплохая попытка там была. Но Минайз два действительно важных шота дал. Ну и это 8-6, а Unique при этом на финальный 15 раунд первой половины обладает очень хорошим баем. И ни в чем себе отказывать явно не будут. Ну, хотя, фанат Рока, ну, пары гранат не хватает. Ну, слушай, ладно. Пришлось отказаться от АВП, ну, не то, что пришлось, а не было денег на то, чтобы купить АВП для фаната Рока. Это все-таки очень важный девайс. Прилетает Молик, Минайз его тушит. Но теперь позицию свою он выдал. Нужно ретироваться с нее в срочном порядке. Паша Нож пропушил, но Таста уже миновал данную точку и забрал Финвишеса под Б. Да, прокидывается у нас еще и от Ралина с Макеи. По итогу работает он на этом зигзаге. А тем временем Таз погибает. Паша Ножа 4 в 4. Опять баланс сил восстановлен. Ралин отступает. Уходит вверх-вниз. И открытие от Мауза. Ну ему забрасывают смог. По итогу опять приходится менять позицию и центр под контролем атаки. На вчера Маузинью не было с коллективом Аристократы, сегодня он явился. Посмотрим, как минимум на двух картах, насколько он эффективен. Минайз раулом по фрагу. Робин и Унда остаются вдвоем. И сейчас попытается Минайз выйти, по всей видимости, в спину коннектору попробовать. Как-то он очень торопится, по-моему. Да, его услышали он здесь очень за километра и просто вышибает всю дурь из его головы. Остается лишь два игрока защиты, которым нужно идти будет на ретейк. Хотя там еще и до бомбы добраться бы нужно. Рауну поступила информация по игроку в коннекторе, будет контролировать именно эту позицию. Ну, Робину будет непросто выйти, хотя, может, и перестрелять Рауна, если будет к нему готов. Нет, Рауна закрыть не удалось, Унда остается на пол хп 1 в 2. Но у Рауна только 19% здоровья. Маус играет с АВП, поэтому если вдруг он промахнется, Унда может его просто не простить. Пока открывается на... Унда не так много времени, остается всего-навсего 18 секунд до конца этого раунда, и нужно бомбу будет ставить. От этого же Аристократы сыграют сами. Унда в открытую. По итогу Маус очень медленно двигался, но все-таки Унда подловил. Это 9-6 в пользу Аристократы, при том, что Team Unique смотрелись хорошо на Мираже в первой половине. Эту половину они все-таки выиграть не смогли. Это вот такой интересный момент. У нас вчера нечто подобное было, кстати говоря, в матче Вега Аристократы, когда Вега смотрелись порой более уверенно, более интересно, чем соперник, но проигрывали.
Будем надеяться, что в этот раз получится провернуть какой-то более интересный камбэк, и мы увидим, по крайней мере, три карты, что нам очень бы хотелось посмотреть. Безусловно, то есть 2-0, 2-0, 2-0, это уже начинает где-то надоедать. А вы, друзья, рассказывайте, какой счет ждете, за кого болеете, почему болеете, вас, как его, хэштег. Хэштег UCC Studio, пишите в чат Твича, ваши сообщения будут появляться на экране примерно где-то вот здесь, между мной и Зайцем, ну, либо же уже в момент игры. Тоже можно будет поделиться какими-то своими эмоциями, переживаниями, возможно, какими-то наблюдениями, или просто передать привет командам. Конечно, друзья, поддерживайте коллективы, и будет вам благо. Пока же Аристокраси уже проводит свою пистолетку. Или нет. У нас будет перезапуск, по всей видимости, раунда, ладно. Подождем. Ничего страшного, действительно. Вопрос, как ребята сейчас разыграют свои сетапы. А, еще один рестарт будет. Да, 100% будет. Да, тут без вариантов. О, Паша Нож что-то подзалагал, возможно. Спаслите мейта. Да. Чтоб не мучился. Как это, эвтаназия. Я застрял в текстурах, не бросай меня. Да, бывает. Всякое бывает, конечно. Друзья, опять же, мы пока имеем такую возможность, расскажем вам, что сегодня у нас два Best of 3 суммарно. Mm-hmm. Поэтому после завершения данной встречи ни в коем случае никуда не уходите, хотя, учитывая, как она закончится по таймингам, вполне возможно, у вас там старт будет незамедлительно вообще следующего Best of 3. Да, вполне может быть. Там будет акулий забег. Заплыв скорее, да? Ну да, отсутствует наш Паша Нож, поэтому ставится пауза для того, чтобы он вернулся в эту игру. И вот... Аристокраси, почему все так все-таки? Ну, все же у них намного-намного больше опыта, намного больше уверенности. Они фавориты ярко выражены во всех встречах были не просто так. Но игра просто валится у них из рук, и раунды им чуть ли не на удаче какой-то достаются. Суть как раз-таки в том, что ты перечислил. Они подходят к этим матчам настолько фаворитам, они имеют там, ну, большая часть команды столько опыта, Маус, Раван... еще в составе вот с Хайпером, тот старый, вот когда Кингвин еще были. То есть опыта даже на ланах, даже против тир-1 команд у них просто тонны. Такое ощущение, что они играют просто на расслабоне, поэтому часто загуливают, где-то как-то ошибаются, несутся куда-то. И Team Unique должны просто этим воспользоваться грамотно и наказать соперника за такие наглости, фривольности. Есть пока фраг от Унда, тут же есть ответка по Стинги 600 раунда. Раун забирает двоих, третьего уже уничтожают Маус. И на развороте пытаются еще Пашу Ножа законтролировать. Паш тут пытается трейфами воевать против Фореста, на него могут сразу вчетвером открыться поляки, ну, либо же хватит одного Мауза, ну и все, Фанат Рока последний, 10-й Аристокраси прям-таки и плывет в руки, Фанат Рока играет отступление, Мауз хочет загнать и дать трипл-килл, но не удается, Фанат Рока казнит первого, а вот на второго просто не хватает уже прыти. Загнанный в угол такой зверь пытался отбиваться, ну, понятное дело, что вдвоем идти с зигзага на четверых, которые стоят на кроссфайре на прикрытии, вам будет очень и очень тяжело, и это бонусный для Аристокраси как минимум один, потому что форс раунд мы не увидим от Юник, по всей видимости. Да, там по 250 это максимум, есть еще Дигл один у Финишеса. Ну, можно сработать минус экономику. Кстати, вот Аристокраси закупается тремя фармганами. Ну, не знаю, то есть в первой половине на втором раунде они закупились в 4 автоматические винтовки. Мне это так понравилось. Но в атаке, в принципе, ты можешь сыграть с этими маками. Но вот уж не знаю, насколько это вообще интересно будет смотреться. Шикарный минус, кстати говоря, от Паши Ножа. Он даже дал 2 фрага в этом раунде. То есть он свой по 250 не просто окупил, а даже привнес немного дополнительных денег в свою экономику. Ну и... Важно сейчас самим Аристокраси забрать калаш, в первую очередь, который выбит. Очень обидно будет его отдавать, либо просто терять. Все-таки в следующем раунде вам нужно перезакупаться. Забрали его, поэтому пока потеряли 2 мака, 2 армора и там серию гранат. Но, может быть, Финвишес и Ундан дадут еще по фрагу. Ну, либо хотя бы один вместе как-то смогут сообразить. И тем самым как-то сопернику экономику-то подрежут. Ну, это было бы уже хорошим решением, безусловно. Оп. Открытие с ковров, минайс, мало хп остается, нужно уходить. Его можно доработать, но он успевает спрятаться. Нет, 11 хп, я думаю, не успеет он убежать за уголочек, но все. Жив, гранат сохранил, дикой выкинул, нормально. 11-6, и Фанат Рока тут же покупает себе АВП на все деньги. И с учетом того, как Фанат Рока отыгрывал за сторону атаки, будучи снайпером, когда тебе самому нужно открываться, сейчас в режиме турели такое чувство, он вообще прощать не будет никому ни одну ошибку. Вот и посмотрим, вот и узнаем. Пока Финвишеса закрывают там с маками молотовыми в окне, Фанат Рока
скорее всего, под точкой А. Нет, он вообще на Б солирует с Авиком, причем очень агрессивно исполняет. Это нестандартно, это интересно наблюдать в такой позиции на первом же девайсном раунде снайпера. Обычно не ожидают увидеть дыха, здесь рискует подставиться под соперника. Да, так и произошло. Дыха погибает. Опять аристократы в меньшинстве, будучи в атаке, но они моментально исправили ситуацию, убивают Унда. И Маус отступает. Тем временем тиммейты двигаются по центру карты. Прокидывается очередной смок. Поджали уже коннектор. По идее, будут выходить, по всей видимости, поджимать точку А, либо также закроют там смоком в какой-то момент. Нужно информацию получить хоть какую-то. Робен в упоре против Таза. Таз Гранту сейчас прокинет. Робен может попробовать там чуть ли не открыться под этот момент, но нет. Ну, тут втроем будут выходить, должны какой-то размен давать поляки. Есть минус от Робина. Дальше действительно размен настигает Минайс. Тут же падает. Паша Нож дает два фрага к ряду. И остается только Ралан. Догадывается, я думаю, о его местонахождении. Но, например, для игрока на головах может стать он неприятным сюрпризом. Фанатрока чекает окошко. И вот туда Ралан как раз и пожалует. Прямо на прицел к снайперу. Дабл килл от Фанатрока. Дабл от Паши Ножа был крайне весомым. И это седьмой для Team Unique. Ну и проклятие атаки для Аристократии, по всей видимости, вновь работает, потому что они еле-еле держатся на равенстве, будучи за сторону террористов, а чаще всего играют в меньшинстве. Да, интрифраг они по себе получают постоянно. И я думаю, Team Unique должны этим воспользоваться. В частности, фанат Рока может с Авиком искать для себя эти минусы, потому что аристократы часто любят распределиться по карте очень широко, по одному, благодаря чему отстрел таких вот таргетов чуть проще. Мы, может показаться, что мы очень часто обращаем внимание на этот энтрифраг, который отдают аристократы, но на самом деле это важнейшая вообще статистическая информация. Да, статистика команд в большинстве и взятых их раундов примерно 75%. То есть после того, как вы остались 5-4, 70% раундов вы выигрываете. Ну, это в профессиональных коллективах в среднем, если брать. Пока же Паша Нож, отличная позиция, по идее. Ну вот, ей транжа. И как же там прилетел Маузиньо. Как это было жестко. Просто из-за леса, из-за гор прилетел в лицо вот так вот сока. Минайс рассматривает тем временем коннектор. Робан, открытие, и в упоре на стуле уже не ожидал. Маузом тут два фрага от этого парня. Остается на 11 хп, и нужно просто жить. В большинстве аристократии могут добить Unique в этом раунде. Финвишес играет в окошке. Кстати, отсюда можно было бы открыться, если бы аристократы вообще исполняли через центр. Но на центре они оставили с Авиком Минайса. Сами ушли играть такой вот достаточно стандартизированный раунд на точку А. Ну да, сейчас у них, правда, нет уже каких-то гранат для того, чтобы сделать раскид. И придется выходить сугубо на стрельбу. Фанаторока хотя бы выманить нужно. Ну, прокидываются гранаты Фанаторока. Не позволяет ему работать с МВП. По итогу он уже пропустил яму. Аристократы идут на сокращение дистанции, но дыха погибает. Минус 100, стрип 3. Тут отстрел уже от Унда идет, захлебывается. Атака Аристократы. Как же жестко. Унда один справился, да, фанатрок и начал с фрага по выходящим игрокам. Но дальше Унда зажатый в углу, дал трипл килл. Ну и Минайс сейвит АВП, потому что понимает, что он уже просто никуда не успеет идти. На свою верную гибель, естественно, не хочется. 5 в 3 при этом была ситуация для аристократов. Плюс, да, у них были диглы, но все-таки в таком численном преимуществе, казалось, можно выйти на любой плент. Есть у нас ребята, кто топят за Юник, но все, теперь нужно, чтобы появились ребята, кто топят за аристократы. Да, используйте, ребята, хэштег UCC Studio, рассказывайте, почему за аристократы, как, за кого, насколько любите Таза. Величайшего человека. Фанатроком готов ловить. Ох, хорошо Минайз он здесь перехватывает. Но опять же, это не дефолтный пистолет, и всего-навсего Маус с диглом. А вот Ралин подбирает снайперскую винтовку. Нужно попробовать выбить экономику из Unique сейчас в ходе этого раунда. Ну, сложно это сделать, даже имея Авик на руках. Потому что Team Unique могут на вас просто не открываться, зная, что снайперская винтовка все же имеется. Выходя с ней, да и с глоками с этими, вы будете в не очень приятном положении. Но вот через центр пока продолжают играть. Финвишес заглянет на огонек. Там Тас его выцеливал, но в этот момент отвернулся. Не пошел спрей паттерн в плюс Финвишесу, но ничего, сместится и будет играть далее из закрытых положений. Робан, хорошая позиция, но опять же ее должны прочекать при заходе в этот коннектор, если захотят аристократы. И Робан сам может в одночасье вынырнуть неожиданно. Тем временем Unique просто работают на отстрел. Сами не подставляются. Открытие от Робана. Первый, второй минус. Хорошо. И тут же доработать Мауза. Приписка к никнейму у Робина Ведьмак. Связано ли это с тем, что он играет против поляков?
Жестоко, жестоко. Не думаю. Ну ладно. При этом сейчас у Аристократи появляется бай, у них есть те самые калаши. Минайс играет по-прежнему сугубо на дигле, но тут уже можно чем-то огрызнуться. Кстати, поджим от Юник под яму сейчас идет довольно жесткий. На этих таймингах там можно было дыха забрать, но дыха не подставляется. Конечно, прилетело, конечно, без демажа, а вот дыха получает в лицо. Под дых. Раллен проходит на коннектор. Тут Винишус должен, по идее, его закрывать. Отступили, буду делать бустер, а он будет играть из окна. Там, кстати говоря, пока никто его и не ищет. Ну, возможно, я думаю, должны подозревать о местонахождении данного соперника. Вообще 4А сейчас смотрится крайне перспективно, потому что вчетвером Аристократи, выйдя на эту точку, встретит невероятно жесткое сопротивление. Паша-нож перехватывает бомбу, и у него должна была быть информация. Явно же на радаре точно увидел. Раллен тем временем в спину. Хорошо, Робан расправился. 3 в 3 ситуация, но падают игроки Аристократи уже 2 в 4. Паша нож. Тут таза найти можно очень просто. Таз, конечно, с калашом, но забрать Пашу мы видим не так просто. Уже 2 дуэли он провел. 3 дуэли он провел в свою пользу. Забрал калаш, ушел. А от Маус, оставшийся 1-4, погибает все от того же Паши, который дает квадрокилл в этом раунде. 10-11. И счет начинает все больше и больше Аристократи пугать, по всей видимости. Болеют за таза. Вот. Самые преданные фанаты. Это интересно. Ну и пока же Аристократи будут играть с недефолтными пистолетами. 2 по 250, 3 диглам. Хороший раскид у них имеется, кстати. Минайс без армора, но в целом они могут комфортно прорваться на точку А, поставить бомбу и там уже пытаться от смоков, от контактных позиций ее защищать. Да, как минимум нужно постараться дать один хотя бы фраг, добыть для себя хотя бы один автоматический девайс. Вот, ну, в принципе, это и произошло. Минус Робин, который пытался ворваться со скамьи, дать... ну, информацию, фраги, хоть что-то полезное для коллектива сделать из непростого положения. В итоге погиб. И МК сейчас у дыха на руках. Плюс полетели от него флешки, под которые врывается таз вместе с тиммейтом. Открывается дыха тут же на КТ. Погибает без шансов от Финвиша. Саунда также забирает раунда. Есть ответ от таза. Но таз падает, как и Маус. Остается только Минайс, у которого П-250 и 3 соперника. Но зато стоит бомба. Он поднимается на Тетрис и на эту бомбу и будет играть. Но прокидывается смог. По идее, там уже можно садиться чуть ли не на дефьюз. Но убивает перед этим Минайза. И, честно сказать, вот дыха, который пошел с единственным девайсом давить кассу, широко открылся. Он, у него была флешка, которую он кинул, чтобы таз ворвался на джангл. То есть, если бы он под эту флешку ворвался как-то на КТ, это была бы какая-то перспектива. А так он просто, да, пошел и умер. И таким образом для Юник это был простейший ретейк. А это уже 11-11, и сейчас в рамках 23-го раунда Юник могут вырваться вперед после, казалось бы, такого камбэка Аристократи. Ну, как и в первой половине, у нас равные счета продолжают появляться на экранах, команды борются. Но сейчас вновь Team Unique свою доминацию закрепляют. Ну, мы примерно то же самое видели на первой половине. Паша нож в хорошей позиции. Ну, пока его там не нашли, он в любом случае может отработать. Так Финвиша забирает для начала рауна, а потом еще и тазу оставляет всего 20 хп. Паша нож никого не пропустит через яму, и это понимают. Аристократи делают вид, что отступают все, но дыха постепенно возвращается на шифте. При этом нужно понимать, что вот 23-й раунд у нас уже идет на экранах. У Иник очень неплохая экономика на будущее. Там 8, 10 тысяч, 3 тысячи. Ау. Кстати, погибает тем временем Паша нож. Неприятная новость. Нужно сыграть в размен. Робан уходит под навес. Унда будет какой-то кроссфайр. Унда отошел далеко на кассу. Там очень жесткий выход был от дыха. Выкидывайте гранаты на ключевые позиции. И вместе с тиммейтами будут стараться пройти в первую очередь Робина. Нехэм, еще пару выстрелов полетело, флешка, джангл. Ну и тут же должны открываться из-под навеса, выходит Робен. Застрелил первого, спрятался при этом Унда, ему помогает. Опять же ситуация переворачивается с ног на голову, остаются 2 игрока Аристократи, всего-навсего в живых. Робен, хоть какую-то голову снести нужно сейчас. Ой-ой-ой. Как же тут не дорабатывали по этому таргету. Да, жил, выживал, Унда трипл-килл дал. А вот у Аристократи сейчас вновь какие-то непонятки. Денег мало, надо что-то придумывать, надо как-то что-то сочинять, выкручиваться из этого положения, потому что они сейчас попали в просак.
Team Unique на своем пике вот-вот уже победят. А Аристократи, несмотря на то, что вели по счету, играли, ну вот, в принципе, мы об этом рассуждали на старте второй половины. Как-то совсем развязано. Да, в том-то и дело, что, понимаешь, это уже не в какой-то там случайный день складывается. Складывается в тенденцию, что они играют очень и очень слабо в рамках, получается, турнира, а не просто одной какой-то встречи, когда, ну, не знаю, там, мог кто-то не проснуться, не выспаться, там, еще что-то. Тут не работают эти оправдания на длинную дистанцию. Профессиональный коллектив, вы должны с таким бороться, вы должны делать выводы, у вас должна меняться игра. Ну, может быть, мы всех особенностей не знаем. Да, положение особенностей не знаем. В команде всякое может быть. Может, ребята, не знаю, чувствуют себя плохо, еще что-то. Может быть, у них какие-то проблемы с коммуникацией. Но видно, что не работает вот эта отлаженная машина. У Team Unique эта машина с каждой игрой строится все более уверенно. А у Аристократи такое ощущение, что немножечко провисает тимплей. Ну вот Unique сейчас уходит с акцентом по точку Б, и точку А отдают, по итогу им придется играть какой-то ретейк. Раскидываются опять же смоки, установка бомбы от Аристократи, тот же самый план. ТАСС выходит на контакт с ЦЗшкой, будет прикрывать, по идее, я думал, что пойдет куда-то в сторону касса, но нет, он работает против джангла, против смока и коннектора. Unique пытается не пустить на этот плент на ретейк. Ну и пошли врываться на коннектор. Финвишес есть фраг. Постараются разменяться по нему. Но там есть тиммейт, который, если что, поддержит. Да, Унда разменивает своего друга. Тут же падает. Дыха. Вместе с Рауном уничтожают коннектор. Паша Нож и Фанатрок. Остаются 2 в 2. Раун подбирает М4, А4. Закрывается пока на джангле. Маус видит Пашу Ножа. Там есть серия попаданий. Паша погибает. Остается только Фанатрок. Флик не работает. Пытается с P250 убрать Мауза. Маус перестал выходить на эти перестрелки. И Фанатрок отходит на сейф. Но на КТ его ждут. Он промахивается по сопернику. Раун дает трипл килл. И Аристократи берут очередной экономический раунд. Но при этом Фанатрока там еще и пытался под флешку. По итогу пик не понимал, где его должны будут ждать на этих таймингах. По времени не получилось Unique выйти на этот ретейк в том числе. То есть в какой-то момент они уже действовали вот на таком кураже. Просто уже убивать. До бомбы бы они не добрались, не задефьюзили. 12-12. И это один из важнейших раундов, наверное, второй половины. Потому что и у тех, и у других есть некоторые экономические сложности. Выход со стороны ямы будет сейчас от команды Аристократи. При этом уже открылись на кассы без какого-либо сопротивления. Паша Нож с Тетриса поймал отдыха. Как он летит-то просто? Я думал, что сейчас еще и Робина как-то постарается забрать. Ну, попытка была, было даже попадание, но фрага не было. Поэтому 4 в 4 остались. ТАСС в перспективной позиции на сэндвиче. Может ворваться под пару флешек. Есть пара флешек, а все позиции Team Unique были уже закрыты. Правда, фанат Рока может отработать хорошо с коннектора. Правда, он уже свое местоположение выдал, но это не мешает ему дать дабл килл. И вдвоем остаются уже Минайс и Раулин. Минайс подбирает бомбу, но вот как выйти ее поставить в такой ситуации? Тебе еще и спину давят со стороны ямы, и дни Минайса здесь сочтены, безусловно. Да, Финвишес разбирается с Минайзом. Ралан идет сам обходить спины. Но в один момент, я думаю, Team Unique сообразят, что он где-то там загулял. Ну и будут готовы к его местоположению. Пока идет через зигзаг исполнять. Ну, опять же, сработать минус девайсы. По максимуму дать хотя бы еще пару, а то и тройку фрагов. Вот Ралин пока никого не начекал, не нацелил по демеджу. Фанатроком продолжает спокойно работать против Парапета. Некуда торопиться. Unique, у них все прекрасно. Они выходят на 13-й. 3 шага до победы, при том, что у Аристократи проблемы будут в рамках 26-го по деньгам. Там раздроп от Ралина, по идее. Маус должен сам себя закупать. Да, в теории Раун может купить АВП и отдать Минайсу данный девайс. Потому что, когда вы лишены большого количества ресурсов, большого количества хороших девайсов, возможно, один авик какие-то ваши проблемы и решит. Например, Минайс даст entry фраг, вы как-то подберете выбитый девайс, и вот уже все будет не так плохо. Но это в теории, как они в итоге решат делать, посмотрим. Покупается калаш от Раулана, далее он закупает себе гранаты, и в итоге будут играть в 4 АК и М-ку. Ну, по гранатам беден дыха, у Таза только один смог. Да, действительно, здесь все очень и очень некомфортно. При этом Фанатрок опять же на контроле центра. Ралин выходит, готов прокидывать молотов на позицию окна и пытается оттуда выкуривать соперником. Поддавили также еще и Андер. Фанатрока позицию уже сменил, занимает коннектор вместе с тиммейтом. Кроссфайр, естественно, против Андера также. Ну и Робан над своей дефолтной позицией, где он уже неоднократно включался результативно. А вот Аристократи хотят за этот центр по-прежнему воевать.
Да, выцеливает стул Финвишес, но Тасс ходит как раз-таки под данной позицией, поэтому к Финвишесу он, скорее всего, не заглянет на огонек и не погибнет. Ну, по крайней мере, не должен. Но тут вот в коннекторе этот сетап на самом деле вскрывается под две флешки. Но будут ли готовы Аристокраси к подобному муву, непонятно пока. Тасс чекает и теряет тиммейта. Далее фанат Рока может отработать и по нему, но под прикрытием тиммейта может здесь спокойно сохранять свою позицию, потому что Робин, естественно, его в обиду не даст. Открытие дальше пошло по дыха. Паша нож не нашел дыха, хотя вот нам с X-Ray было видно. Да, мы все и всегда знаем. Минайс пока же дает размен, но его быстро забирает Унда в упоре. Дыха просто изрешетил своего соперника. Но все равно это не спасает Аристокраси. Отсчета 12-14. Юник в двух шагах от победы. И денег нет нормальных у Аристокраси. То есть возможность закупиться в 5 калашей и арморы. Там Тазу придется поиграть с первым. Но положение будет очень бедственным по гранатам. А счет такой, что вы должны уже баяться. И, кстати, что делать-то дальше? Ну, то есть, если они этот раунд проиграют. Но, тем не менее, это первая карта. Это пик Юник. Дальше будет оверпас от Аристокраси, где у Team Unique пускай и 100% минрейт, но сыграна только одна карта. У Аристокраси там сыграно, по-моему, штук 9. При этом еще и опасность, скажем так, опыта, который они получили, учитывая, с кем они играли. Да, но винрейт только 33%. Хотя соперники были достойными. Там и Виндиго, там и Нип, там и Кеоса с Эншентами и прочие. Хорошо, в любом случае, сейчас у нас работа в рамках этого 27-го. И начинается все с энтри от защиты. Финвишус убивает дыха, полетел Молотов. Молотов в ответ Финвишуса выкуривает, приходится уходить. Минайза также отстрелили. Тут же фанат Рока просто как в тире отстреливает Мауза. Есть минус от Рауна, но теперь уже фанат Рока будет охотиться конкретно на данного игрока. Раун единственный остался с автоматической винтовкой. Тасс с ЦЗ погибает в миде, а по Рауну, напоминаю, была информация. Фанат Рока пытается забрать, но тут приходит Робин на подмогу и дает свой даблкил. 15-12, Аристокраси. Что будем делать теперь? Появляются очередные калаши. Кто-то в очередной раз будет закуплен не на фул. Пользуются ошибками 100%, да, и это важно, потому что Вега вчера далеко не всегда могли воспользоваться ошибками Аристокраси, а когда они могли ими воспользоваться, то иногда сами в ответ допускали ошибки. Да, дарили они пару раундов, чуть ли не ключевых, наверное, для команды Аристокраси. В любом случае, сейчас таких уже бонусов не имеется для данного коллектива из Мольша, но и приходится работать сугубо на свой какой-то скилл. Есть 5 калашей, и гранат очень-очень мало. Дается раскид пока с ямы, понимает уже, откуда пойдет, вполне возможно, эта атака. Фанат Рока меняет позицию, своевременно отходит, но с АВП его, скорее всего, закроет смоком. Хаешечка полетела под яму. Ух, как же там больно. Минайзу Тазу уже тем временем убивает фанат Рока не открывается. Открывается теперь уже под ковры. Тиммейты тем временем работают против самой площади. Есть минус по робо, ну 4 в 3. Да, но позиции разобрали уже Team Unique. Бомбу контролирует. Минута осталась у Аристокраси, но гранат нет. И выйдя на любую из перестрелок, они будут в таком сложном положении. Хотя фанаты Рока нашли и пытается его забрать Ралан. Флешку фанату Рока, хотя он и без флешки, судя по всему, готов справляться. Оу, какой жесткий прострел по Ралану. Остается только Маус, и тот ненадолго. Дабл килл от Финвишеса, дабл от фаната Рока. 2 ВП в защите на Мираже. У Team Unique работали жестко. Сопернику отдали, по-моему, 3 раунда во второй половине. Вот знаешь, сейчас все будут думать, мы об этом обычно всегда говорим, что да, сейчас будет карта команды Аристокраси, все будет хорошо, они могут вернуться в это Best of 3. Но честно сказать, вот именно на дистанции двух игровых дней, которые мы наблюдаем, я бы уже просто перекрестился на место Аристокраси. Но с другой стороны, вот в том, что они возьмут оверпас, я не то чтобы уверен, но у меня есть определенные какие-то факты, в которые я могу верить. То есть 9 сыгранных карт против, ну, действительно сильных на оверпасе коллективов. Там самый слабый, по-моему, был XCOM, который является действительно, ну, достаточно мощной польской командой. У Team Unique из официальных матчей опыт есть только на одной карте, и то против Pact, которая, ну... Будем откровенны, команда, которая слабее по уровню, и, соответственно, эта статистика не столь масштабная. Но вот следующая карта, которая начнется буквально через 5-10 минут, это возможность для команды Unique как раз-таки доказать, что это была не какая-то статистическая ошибка, это не бонус, который упал к ним на голову просто так, а это хорошо проделанная работа по подготовке к сопернику. Поэтому, друзья, никуда не уходите, мы скоро к вам вернемся, ну и за время паузы обязательно заглядывайте на Lootbet, потому что по промокоду ВИЧ вы можете получить бонус 100 евро к вашему депозиту. Все очень просто.
Loot Bet. Made for live betting.